Многопрядные тросовые домкраты позволяют перемещать большие и тяжелые объекты в вертикальном и горизонтальном направлениях. Надежные, компактные, они идеально подходят, когда нет возможности или экономически невыгодно использовать подъемное оборудование. Домкрат устанавливается на опорной балке горизонтально. Чтобы объяснить принцип работы многопрядного тросового домкрата, простыми словами, представим, что нам необходимо вытащить ведро на веревке из колодца. Когда мы вытаскиваем ведро с водой из колодца, мы поочередно используем руки, чтобы поднять его. Одна рука работает как клин, зажимающий веревку, вторая рука работает как цилиндр, поднимая ведро. В домкратах используется стальной трос, который проходит через гидравлический домкрат и оснащается двумя наборами анкерных клиновых зажимов для необходимого диаметра каната. Зажатый клиньями верхнего зажима, трос тянется вверх штоком гидравлического домкрата, в то время как клинья нижнего зажима ослаблены. По достижении длины хода штока движение подъема останавливается, трос блокируется нижним зажимом и удерживается на месте. Клинья верхнего зажима разжимаются, включается возврат штока, и сам домкрат перемещается вниз, удерживаемый нижним зажимом. И таким образом цикл захвата и отпускания каждым набором клиньев продолжается до тех пор, пока груз не окажется на месте. Тросы закрепляют на неподвижной платформе. Сегодня многопрядные домкраты широко признаны самым современным решением для подъема тяжестей. Они используются во всем мире для возведения мостов, разгрузки морских судов и подъема-опускания тяжелых грузов там, где использование кранов экономически и практически нецелесообразно.